Вот интересно, никогда, это наружное наблюдение, не было красным. Никогда, сколько живу, не было. Прямо, не знаю, розовым назвать или красным. Вот какое, другие так вот, видать. Я могу там увеличить даже где. Вот она подошла там. Я увеличу сейчас. Вот она смотрит. И сама сделалась красная. Это Любовь Николаевна пошла. Что это такое? Вот интересно, так от солнца. Ясно, что от солнца, не ночью это. Вот она. Пошла. Сегодня еще нету. Перекрестилась. Никогда не было такого. И что попадает в это, вот такое. А то другие, которые там зеленая, трава, вот она идет. Вот сейчас она подойдет тут под этот. Вот она сейчас подойдет. Это видно, видишь, дверь такая. И там такая краснота. С чем это связано? Сегодня как раз 5 число, 5 апреля, Пасха Христова, первый день. Вот Николаевна тут прошла до дома, что-то надо ей. Ну, видно, что вот какое, какие отсветы, какие бы ни были. А вот сейчас опять я туда пойду, посмотри. О, о, пожалуйста. И зеленая, там все, это трава, это все понятно. Но вот такая краснота, и забор, и дорога. Ну все красное. Сейчас она идет. Сейчас я ее открою. Давай, давай, открывай. Давай за собой открывай. Всё. Ничего нету? Ничего нету, выходной день. Ну, могли быть, могли быть. Завтра теперь. Все. Сегодня выходной день. Раздевайся, пошли туда. Будешь показывать, как прикрещать там все. Ну, все, тогда я выключаю это. Свет надо выключить. О, вот так. О. Ну, у вас здесь есть вот...